Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас такое видео. Мы подумали, что на канале наш быт могут быть не только стиральные машины бытовой техники, но и также вот как мы устраиваем наш быт в отношении кухни. Значит, мы переехали и вот приобрели сюда шкафчики для кухни, духовка, плита еще здесь сверху. И здесь мы сейчас хотим поставить столешницу. И вот что мы сделали уже. То есть мы установили вот эти вот шкафчики сверху, установили тумбы внизу, тумбы для плиты. И сейчас вот для этой плиты вырезаем здесь отверстие, потом в конце покажем. И также отверстие для мойки. И вот еще вот там вот у нас сзади, вот наверное так видно, значит идет коммуникация к воде, подключение, канализации. Кстати, вот здесь вот счетчик на кухню, не знаю, зачем именно здесь его поставили. Наверное, с целью, чтобы видеть, сколько расходуем воду. Вот, ну и так делаем дальше. Итак, вот она наша столешница, которую мы вчера купили. Кстати, в Германии она стоит, значит, у нас кухня здесь 2,85 отсюда до той стены, но сами столешницы вообще по 2,60, и вот мы нашли 2,80, вот такая вот большая столешница, сколько мы заплатили, 45 евро. Теперь это нам предстоит средний. Да, вот это среднее качество, недорогая, потому что как бы нам все равно отсюда переезжать. При перевозке вот там вот нашелся там сколик такой вот получился. Ну ничего, заделаем там, причем пойдет, возможно, уголочек. Наша задача сейчас вот здесь вот. Сначала мы установили по уровню все вот эти вот тумбы. Тумба для плиты, тумба для мойки. И сейчас вот размечаем, расчерчиваем. Может быть, для профессионалов это совсем легко. Для нас же это вот мы делаем это буквально первый раз. Поэтому это все снимаем. Конечно же, появятся комментарии людей, которые уже это делали, мол, мы такие леворукие, там руки не с того места растут. Ну, вот так вот делаем. Вот так вот мы решили, первый раз решили сделать так. Здесь, конечно же, важно применять принцип 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Значит, вот это вот размеры нужно снять с плиты. Потом это все нужно 7 раз отмерить, какую часть отмерять, отрезать от мойки. Наверное, лучше отсюда как-то, да? Посередине. Но это не та линия, по которой мы будем резать, это просто линии, за которые не нужно выходить, это понятно, и от них будем еще по этой линии резать. Отмерим еще сантиметр, я так думаю. Вот. Итак, мы видим, что варочная панель, вот она ее размер, мы ее здесь уже прочертили. Кстати говоря, это очень внимательно нужно делать, да? Тоже отступили здесь 5 сантиметров, здесь 5, ну там понятно уже остаточное. Потом вот это вот все расчертили. Затем мы видим, что здесь у нас, кстати, варочная панель у нас БУ, поэтому вот мы даже не сняли этот герметик, он сядет туда, будет все нормально, все отлично, он еще мягкий. Вот. Так что мы отсюда, от кромки, от края, еще забираем 1 сантиметр, да, вот именно 10 миллиметров прочертили, так с каждой стороны 1 миллиметр, так, здесь убрали и отсюда все. Затем параллельно вот нашим внешним линиям проводим эти внутренние линии. В принципе, по ним будем вырезать. Да. И так они идут по всем.
прочертил все внутренние линии, по которым пойдет уже наш лобзик. И чуть-чуть отступая от угла, там 5, от угла 5 мм, сверлим отверстие здесь во всех четырех местах. Но внимательно, чтобы не попасть туда в саму плиту там, или в стенку несущей. Поэтому отодвигаем все и начинаем сверлить. Убираем, ставим столешницу, ставим варочную, кладем сюда раковину. У нас раковины размер 860 на 43,5, и вот эти вот все размеры переносим их на столешницу, учитываем, чтобы мы не попали сюда лобзиком тоже, и учитываем, вот сюда мы отмерили 9 сантиметров, то есть 90 миллиметров, и от него взяли 41,5, и длина этого всего у нас сразу 84, да, и расчертили. Здесь уже намного все проще. Сверлим опять, да, сверлим 4 отверстия и лобзиком распиливаем. Ну вот и все, дорогие друзья. Ну, это мы уже тоже вставляли, значит, варочную панель. И мойка тоже уже стоит. Так что все хорошо. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Пока-пока.